Районный фестиваль «Молодежь славит ветеранов» завершился гала-концертом, который прошел 18 ноября в культурном центре «Троицкий». Фестиваль стал хорошей традицией. Уже третий год подряд он объединяет людей разных возрастов и интересов. Ветераны и молодежь – это как бы две совершенно разные социальные группы. И очень важно, чтобы была какая-то связь и взаимопонимание между ними. Вот. Наша вообще большая проблема, на мой взгляд, в том, что мы все разные. И у всех разные идеи, разные взгляды. А нам нужно делать одно дело – поднимать Россию из руин. И поэтому нужно объединить все усилия вокруг России. Осталась в прошлом та война, довоенная танго. Для тех, кто умел ждать. Под такими названиями звучали со сцены патриотические песни. Их исполнили гости концерта – ветераны вооруженных сил и афганской войны из Белоруссии, Украины и Ленинградской области. На одной сцене вместе с ветеранами выступило молодое поколение – лауреаты фестиваля. Мы пытались сказать этим фестивалям, что, ну, допустим, наши отцы, деды, они в Великую Отечественную, ну, как бы воевали заодно, за целое, за страну, за отношения. И нам очень не хочется, чтобы вот при наших современных условиях, современных событиях нас делили на какие-то границы, ставили какие-то шлагбаумы между нами. Свое патриотическое отношение можно было выразить в самых разных номинациях фестиваля. От рисунка и фотоконкурса до вокала и театрально-хореографической композиции. Победители в этих номинациях были награждены в завершении концерта.